Здорово! Вы на канале Rolling Moto, и сегодня у нас на обзоре защита локтей Lead 3DF Hybrid. Помимо всего того, что я расскажу дальше об этой защите, очень важно отметить, что она имеет все европейские сертификаты и является защитой первого класса. А теперь от общих слов к полноценному обзору защиты. Давайте посмотрим, как именно она будет защищать ваши локти. Начнем с того, что локтевая анатомически идеальная пластина из литого 3DF материала присутствует на локте. И второй элемент закрывает часть предплечья. Для более удобного надевания защиты просто заверните верхний край, чтобы силиконовая кромка не цеплялась за руку и не мешала. 3DF – это тот самый материал, который при обычном использовании достаточно эластичный и мягкий, а при ударе или ином резком воздействии мгновенно становится твердым, тем самым распределяя кинетику удара равномерно по всей своей площади, что дает возможность обсуждать свои результаты на треке, а не визит к травматологу. Все это дело сидит в офигительном чулке из сетчатой межсетки, которая отлично дышит и способна отводить влагу. В чем же плюс чулка, спросите вы? Да в том, что тут никаких липучек и ремней. Натянул чулок, он внутренними силиконовыми вставками закрепился за твое драгоценное тело, и ты с комфортом и безопасностью пошел катать. Да и вообще забыл, что на тебе есть хоть какая-то защита. Тут можно долго описывать эти локти от стежка к стежку. Но дело-то в том, что швов-то на чулке и нет. Защитная часть локтя выполнена идеально и имеет кроме внутренней пластины еще и внешний слайдер. Выполненный, кстати, из двух элементов – гибкого по периметру и жесткого в центре пластика. А для большего комфорта между пластиной 3DF и пластиковым слайдером есть демпферная подушка из пененного материала. А внутренняя часть защиты сделана из качественного микрофлиса с силиконовым рисунком, что исключает смещение защиты при ее использовании. В верхней части чулка мы тоже видим силиконовую несползайку, что еще раз говорит о том, что хрен она куда съедет. И если вдруг он у тебя съехал, поправь его и едь дальше. Даже если у вас прорастут грибы через эту сеточку, туда же значок есть, и вы будете херачить по лесам и оврагам несколько суток подряд, защита будет исправно сидеть на твоем теле и выполнять свою основную задачу – сохранять твое здоровье. Локти выпускаются в трех размерах – SM, LXL, 2XL. Так что даже Папай сможет себе подобрать защиту в размер. Если видос зашел, ставь лайк, делись им с друзьями. Если ты еще не подписался на наш канал, то обязательно это делай. С вами был Кирилл Дрыгин, канал Rolling Moto. Катай безопасно!